Девиз фрирайда – проехать там, где это только возможно. Для фрирайдера не существует плохих дорог. Ехать там, где и пешком не пройти, испытать себя в экстремальной ситуации, наслаждаться общением с дикой природой. Это и привлекает любителей фрирайда. А Ергаки – это отличное место для любителей прокатиться с ветерком. Я не знал, что ты так умеешь. Несколько метров свободного падения и снова движение по непредсказуемой траектории. Они спускаются по нетронутому снегу. Здесь, на склонах Западного Саяна, идеальные условия для катания на горных лыжах и сноуборде. Супруги Яна и Сергей Маркеловы – фрирайдеры со стажем. Спортсмены говорят, тайга, большие заснеженные поляны и скалистые опасные участки. Здесь есть все, чтобы прочувствовать красоту настоящего фрирайда. К тому же Ергаки обладают особой аурой. Сколько ни бываешь здесь, каждый раз открываешь их для себя с новой, неведомой стороны. Очень часто путаются, допустим, с Шерегешем, да, и они, люди, не понимают, что философия в Ергаках заложена принципиально другая. То есть здесь нет трасс, здесь есть зоны выката, так называемые, да, то есть если ты в пухляке не справляешься, ты просто выкатываешься на полосочку, на вот эту узенькую, и выкатываешься к подъемнику, и опять. То есть люди сюда приезжают катать вот именно фрирайд. Счастье не за горами, счастье в горах. Поэтому, да, мы здесь вообще, да, как дома просто. Мы сюда едем постоянно, все, поехали домой. Сезон для спортсменов-экстремалов здесь длится с ноября по май. В этом году покорить сибирские склоны природного парка Ергаки приехали и любители фрирайда из Германии. Немцы уже успели опробовать дикие снежные уголки Саян. Первый раз Ергаки. Очень понравится. Угу. Хороший снег. И хороший район. Это очень специальный, на большой камни и хороший формат. Еще раз сюда вернетесь? Да, конечно. Выпавшего снега в этом году пока маловато для любителей фрирайда. Однако прогнозы синоптиков говорят о предстоящих частых снегопадах в горах. Лыжники и сноубордисты уверены, нужные несколько метров покрова все же должны появиться здесь к Новому году. Трасса хороша перепадами, трасса хороша как и для новичков, так и для профессионалов. Состоянием снега жесткий, мягкий снег, фрирайд – это покатание по лесу. Специализированных трасс для фрирайда в Ергаках пока нет. Однако натуральные таежные склоны открывают невероятные возможности. Более того, на некоторых туристических базах к Новому году появятся специальные трамплины для прыжков и трюков. Опытные фрирайдеры советуют новичкам осваивать этот вид спорта там, где кататься попроще, а не пускаться в авантюрные катания по неизведанным местам. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.